Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. В 1729 году состоялась легендарная Анракайская битва, в которой казахская армия под руководством казахских правителей Болата, Абльмамбета и Абулхаира наголову разгромила Джунгар. И сегодня всем известно, что началась эта битва с поединка молодого никому неизвестного Сабалака и прославленного джунгарского батыра Шарыша. Более подробно об этом поединке, да и в общем про Анракайскую битву, вы можете узнать из моих специальных роликов, пройдя по ссылкам в описании. Когда молодой Сабалак бросился на врага, он оглушительно воскликнул «Аблай!». После битвы Сабалака нашли и привели в ханскую ставку, где у него стали интересоваться его происхождением. Когда же отважный Сабалак громко ответил, что он внук Каншер Аблая, то все сидевшие в ставке ханы и султаны не только вздрогнули, но и покраснели. Больше у Сабалака насчет его происхождения уже не спрашивали. Тут возникает вполне логичный вопрос: а кем же был Каншер Аблай, если одно его имя вызвало дрожь в ханской ставке? Значит, он был известным человеком. Но тогда почему про Каншер Аблая почти нет никаких книг, статей, не снято никаких видеофильмов? И вообще, почему его называли Каншер Аблай? Именно на эти вопросы я постараюсь ответить в ходе сегодняшнего своего видеоролика. И надеюсь, данный видеоролик вызовет у вас большой интерес, и вы внесете вклад в его распространение. Итак, кто же такой Каншер Аблай? Аблай был выходцем из самой влиятельной и знатной семьи казахских туре-чингизидов. Таким образом, родословная Шежре говорит о том, что Аблай вел свое происхождение от основателя казахского ханства Жанибека. Отец Аблая, султан Уәли-Бақы, был старшим сыном великого казахского хана Салкам Жангира и его бәйбіше Гайша-ханым, дочери ташкентского правителя Турсына, который когда-то восстал против Есима и был убит вместе со всем казахским родом Катаган. Говорят, что султан Уәли-Бақы, хотя и получил присущее батырское воспитание, но самое большое внимание он уделял ораторскому искусству и был непревзойденным оратором. И кто знает, проживи его отец Салкам Жангир подольше, вероятнее всего Уәли-Бақы и стал бы казахским ханом. Но судьба распорядилась иначе. В 1652 году, отражая очередной набег Джунгар, хан Салкам Жангир погибает, не успев назначить своего преемника. И на казахский престол избирается влиятельный казахский султан, двоюродный дядя Салкам Жангира Батыр. В правление хана Батыра юный Уәли-Бақы назначается правителем столицы казахского ханства Священного Туркестана. Когда в 1680 году скоропостижно умирает хан Батыр, Уәли-Бақы выдвигает свою кандидатуру на ханский престол. Однако на Курултае казахским ханом избирается брат Уәли-Бақы Тәуке, который смог привлечь на свою сторону известных казахских биев, пообещав им усилить их влияние и предоставить им большую власть.
Тогда обидевшийся Уали-Бахы принимает решение уйти с казахского ханства и откочевывает к родственникам своей матери в Ургенч. Согласно сведениям Шакарима, именно в Ургенче рождается сын Уали-Бахы Аблай. Уали-Бахы, мечтая о том, что его сыну может удастся то, что не удалось ему, то есть стать казахским ханом, дает юному Аблаю самое лучшее воспитание и образование. Лучшие мастера обучают юношу боевому искусству. Самые известные ученые дают Аблаю знания. И вскоре Аблай превращается в известного батыра, неоднократно участвуя в походах хивинских ханов и наводя страх на соседей и внутренних врагов. За свое исключительное мужество и непревзойденную личную храбрость Аблай получает в Хиве прозвище «Жолбарс Аблай». Это подтверждает и такой знаток казахской истории, как Шокан Уалиханов. И неудивительно, что очень скоро слава о казахском батыре Жолбарс Аблае доходит до его дяди, великого казахского хана Тәуке. Собиравший в это время под свое знамя всех прославленных казахских батыров и султанов, Тәуке приглашает вернуться на родину и своего племянника. Уали-Бахы, отец Аблая, к этому времени умер, и отважный Аблай решает вернуться на родину. Сразу же по приезду Тәуке назначает Жолбарс Аблая правителем священного Туркестана и включает в состав ханского совета. Очень быстро Жолбарс Аблай превращается во влиятельного казахского султана и присоединяет к своему улусу древний город Сауран. В российских архивах даже сохранились инструкции тобольским властям постараться установить союзнические отношения с султаном Аблаем против Джунгар. Чем закончились такие попытки, неизвестно, но уже одно это свидетельствует о немалом авторитете султана Жолбарс Аблая. И кто знает, как бы сложилась дальнейшая судьба отважного Жолбарс Аблая, если бы в 1715 году его дядя и покровитель Тәуке-хан не заболевает и неожиданно не умирает. В такой обстановке, согласно казахским традициям, Жолбарс Аблай, как единственный родной племянник хана Тәуке, рассчитывает стать следующим казахским ханом. Однако на собравшемся курултае вдруг совершенно неожиданно на ханский престол избирается до этого никому неизвестный султан Кайып, который происходил из младшей ветви потомков Исмхана. Такой выбор нового казахского хана можно объяснить тем, что казахские бии опасались неукротимого и жесткого характера Жолбарс Аблая, который вряд ли бы стал послушным орудием в руках биев. После избрания Кайыпа ханом, Жолбарс Аблай возглавляет его противников и стал выжидать удобного момента для нанесения удара по Кайып-хану. И вскоре такой момент настал. В начале 1716 года главные силы джунгарской армии выступили в очередной поход от реки Или по направлению к Аягузу. И выступивший против джунгар Кайып-хан допускает две роковые ошибки. Во-первых, по совету пророссийски настроенных биев, Кайып-хан вместо того, чтобы выступить из Жетсу против джунгар, дает команду казахской армии обогнуть Балхаш и двигаться к Аягузу. Кайып-хан надеялся, что к нему из Сибири подойдут на помощь российские войска. Вторая ошибка Кайып-хана заключалась в том, что он в поход своим главным советником взял молодого султана Абулхаира. Возникает вопрос, а почему Кайып-хан не взял с собой того же Жолбарс Аблая, который имел славу отважного полководца? Ответ крайне прост. Кайып-хан надеялся, что молодой Абулхаир станет делать все, что он прикажет, в отличие от того же Жолбарс Аблая, который мог открыто высказывать несогласие с Кайып-ханом. И эти две ошибки Кайып-хана привели к самому тяжелому поражению казахов от джунгар в начале 18 века. В произошедшей в 1718 году Аягузской битве казахи потерпели страшное поражение. Основными причинами этого поражения стали усталость казахского войска от длительного перехода в обход Балхаша, а также несогласованность действий Абулхаира и Кайып-хана. В самом пылу сражения Абулхаир просто отказался выполнять приказы Кайып-хана, поступая так, как ему хотелось. В результате этого поражения огромная казахская территория от Аягуза до реки Арыс
была захвачена джунгарами. Почти вся казахская армия была уничтожена, а сам Кайып-хан с двумя телохранителями еле добирается до Туркестана. И тогда, взбешенный таким поражением, султан Жолбарс Аблай убивает Кайып-хана в 1719 году. В казахской истории это было первым случаем, когда был убит законный хан. Однако назвать это нарушением степных законов тоже было нельзя. Ведь по принципу «ханның басын төре алат» Чингизид Аблай имел право убить такого же Чингизида Кайыпа. Но данным случаем воспользовались такие казахские султаны, как Абулхаир, Сямике, Болат, которые просто опасались авторитетного и жесткого Аблая в будущей борьбе за власть. Им нужно было избавиться от такого опасного конкурента, и поэтому они постарались максимально очернить Аблая в глазах народа, присвоив ему прозвище Ханшир, то есть кровопийца. В итоге Аблай был вынужден со всей своей семьей переселиться обратно в Ургенч. Однако и там ситуация уже была крайне другой. В Хивинском ханстве царил хаос. Половина страны была захвачена Ираном. Законная династия шейбанидов практически была уничтожена. На территории ханства шла жестокая гражданская война. И в этой ситуации Аблай, который как прямой потомок Чингисхана имел все права на ханский престол, активно включается в междоусобную борьбу. Но в конце концов, в этой жестокой борьбе погибает не только сам Аблай, но и все его семейство. И только его внуку, 12-летнему Абельмансуру, при помощи своего воспитателя Ораза, удается вырваться из Ургенча и бежать в Туркестан. И именно этот Абельмансур в будущем возродит имя своего знаменитого деда, взяв его имя и став впоследствии знаменитым казахским правителем Аблайханом. Вот такой была судьба известного казахского султана Аблая, которого узбеки за отвагу и доблесть прозвали Жолбарыс, а свои же казахи назвали Ханшир. И такое положение, к сожалению, продолжается до сих пор, ведь не зря говорят «казахтың жауы тек казах қана». Однако, тем не менее, мы должны знать историю Жолбарыс Аблая или Ханшир Аблая, потому что он является прямым предком таких великих сынов казахского народа, как Аблайхан, Кенесары, Шокан Уалиханов. И трагическая судьба султана Аблая должна научить сегодняшних казахов тому, что всегда казахов уничтожали руками самих казахов. Однако впредь этого мы не должны допускать. Алла Тағала қазақты бірлігінен айырмасын.